Всем привет, с вами Поля. Сегодня мы опять говорим о фотостоках и о том, сколько было людей в прошлом месяце на этих фотостоках и из каких преимуществ стран. Если вы интересуетесь фотостоками, не забудьте подписаться на этот канал. Сегодня мы поговорим о таких трех фотостоках, как Кенсток Фото, Фотодюна и График Ривер. На Кенсток Фото в мае был рост посещаемости в сумме 2 миллиона 290 тысяч. США 24,14, Украина 6,74, Индия 6,37, Таиланд 5,75, Россия 4,7. Сравним с посещаемостью в апреле. США 25,62, Индия 6,58, Украина 5,52, Россия 4,54, Таиланд 3,79%. Мы видим, что поменялись местами Индия и Украина, а также еще поменялись местами Таиланд и Россия. Но в сумме посещаемость растет, и на Кенсток Фото все хорошо. На фото Дюна был небольшой спад посещаемости в сумме 312 тысяч. США 14,34, Индия 7,49, Россия 4,45, Турция 3,66, Швейцария 3,16. Сравним с посещаемостью в апреле. США 13,77, Индия 5,36, Россия 4,35, Украина 4,3, Турция 3,94%. Мы видим, что вместо Украины в мае появилась Швейцария, и Турция переместилась с 5 места на 4. В сумме посещаемость немного снизилась. Но будем надеяться, что посещаемость вернется и фотостокеры снова смогут зарабатывать на прежнем уровне. На график Ривер в мае была такая же посещаемость примерно, как и в апреле, в сумме 2 миллиона 920 тысяч. США 13,4, Индия 7,57, Индонезия 6,21, Бразилия 4,81, Соединенное Королевство 2,96%. Сравним с посещаемостью в апреле. США 15,15, Индия 6,5%, Индонезия 6,22, Бразилия 4,35, Бангладеш 3,5%. В мае вместо Бангладеш на 5 месте появилось Соединенное Королевство, но в целом на график Ривер все стабильно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, работаете ли вы на этих фотостоках и довольны ли вы своим доходом. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!